Дожди, косые дожди. Настигшая регион непогода привела к локальным подтоплениям. Проблемы возникают, как правило, там, где ливневая канализация отсутствует либо засорена. Информация о проблемных участках поступает через единую диспетчерскую службу. Ежедневно в ликвидации подтоплений на улично-дорожной сети города в Иванове задействуют 5 специализированных машин, которые успевают собрать воду по 10-15 адресам в день. В приоритете улицы, где есть социальные объекты, а также те дороги, где подтопление затрудняет работу общественного транспорта. В данном случае огромная лужа на перекрестке улиц Калинина и Комсомольской мешала движению пешеходов. Информацию о подтоплениях на улично-дорожной сети города жители могут круглосуточно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по телефону 90 00 99.